Привет! Вы часто спрашиваете меня про кухонную посуду. И сегодня я хочу показать вам свою посуду для готовки, которая мне больше всего нравится. Итак, первая вещь, которой я пользуюсь чаще всего, это вот такая круглая форма для запекания. Я обожаю готовить в духовке. И эта форма мне нравится тем, что она не очень большая, и можно каждый день готовить разные блюда. Последний раз я готовила в этой форме вот такой вот датский блинчик. Форма классная, легкая, с антипригарным покрытием. И, кстати, совсем недорогая. Следующая любимая вещь на моей кухне – это стеклянная кастрюля. Вот такая. Честно скажу, я купила ее совсем недавно в интернет-магазине и пока что не нашла явных минусов. Мне она безумно нравится внешне. Посмотрите сами, как красиво в ней варится обычный компот. А еще такую кастрюлю можно мыть в посудомойке и ставить в духовку. Получается два в одном. И форма для запекания, и обычная кастрюля. В среднем с хорошей скидкой можно найти кастрюлю за 800 рублей. Третья моя любимая вещь, и это сковорода-гриль. Я ее просто обожаю. Только на ней жарю мясо, рыбу, овощи, а иногда даже фрукты. Главный ее плюс, что продукты можно жарить без масла, за счет ребристого дна и антипригарного покрытия. Так что продукты на ней именно жарятся, а не тушатся. А еще у нее есть съемная ручка, поэтому такую сковородку можно ставить и в духовку, и мыть в посудомойке. Подробный обзор сковороды я снимала совсем недавно. Кому интересно, напишите в комментариях, и я пришлю вам ссылку. Это была подборка моей любимой кухонной посуды. Напишите в комментариях, а в чем вы любите готовить больше всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч!